Так, сегодня у меня по плану легкая тяга сумо. Сейчас дойду до 90 килограмм, потихоньку начну разминаться. Сегодня у меня легкая тяга, потому что в понедельник у меня будет тяжелый присед. Ну, посмотрим, как пойдет. Сейчас быстро разомнусь и начну. Килограмм потянул, но это маленький вес все равно. Сейчас переучиваюсь тянуть в замок, раньше был разный хват тянуть. Первый рабочий подход, сейчас два подхода сделаю. Три повторения всего, так просто разгоню как бы кровь. Так, осталось покачать пресс и поясницу. На пресс я делаю скручивания обычные с отягощением, а на поясницу гиперэкстензии. Так, ну как так? Так, ну вот моя легкая тренировка закончилась. Особо не было стимула как-то поднять вес, потому что легкая тренировка. А вот в следующий понедельник будет весело, потому что будет тяжелый присед. И его я тоже сниму. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм в описании. Ставьте лайки и... До скорых видео.